Друзья, всем привет! Хочу сейчас ответить на вопросы очень многих подписчиков и клиентов относительно оформления визы в США. Действительно, на данный момент закрыты как посольство для оформления визы, так и границы и въезд для иностранных граждан на территорию США. Но могу вам сказать следующее, что на данный период вы можете начать подготовку необходимых документов для подачи на визы, также заполнение анкеты и подготовку к собеседованию. Самым важным аспектом, да, это собеседование при подаче на визу США. Поэтому вы можете заранее заняться подготовкой, вы можете это сделать как самостоятельно, так и при помощи нашей компании. Также для тех людей, кто планирует приобрести приглашение на мероприятие, то есть можно заняться подбором этого мероприятия. То есть, ну, конечно, это мероприятие будет через несколько месяцев, поскольку на данный период все мероприятия отменены. Но, тем не менее, сейчас можно спокойно, с чувством, с расстановкой хорошо подготовиться к собеседованию и проанализировать весь пакет имеющихся документов. И еще самый важный момент. Наши специалисты отслеживают, когда появятся свободные места в посольствах для того, чтобы пройти собеседование. Как только они будут открыты, конечно, будет нереальное количество желающих, еще больше, чем ранее, потому что сейчас люди нереально хотят уехать из многих стран СНГ. Поэтому лучше заранее, если обращаетесь к нам, то заключить договорчик и начать и приступить к работе. Поэтому специалист будет отслеживать уже персонально для вас свободное место в том посольстве, где вы хотите податься. Если вы начнете обращаться в компанию, как только границы откроются, имейте в виду, что очереди будут очень большие в посольстве. Поэтому лучше этот момент предусмотреть заранее. Пожалуйста, пишите по телефону, указанному на экране, ответим на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!